Пентагоне признались, что во время атак Ирана на американские военные базы в Ираке 8 января есть пострадавшие. Более трех десятков военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал CBS News. 34 американских военнослужащих получили травмы головного мозга и контузии из-за иранских ракетных ударов. 8 человек отправлены на лечение в США, цитирует канал слова представителя пресс-службы Пентагона. Ранее Центральное командование США, CENTCOM, рассказала, что несколько военных с обстрелянных объектов в Ираке доставлены в госпиталь на территории Германии, принадлежащей США. Эти военнослужащие из соображений безопасности доставлены в Ландштуль, Германия, для дальнейшего обследования и необходимого лечения в амбулаторных условиях, заявил Билл Урбан из CENTCOM. При этом Урбан не назвал точного числа поступивших на лечение военнослужащих. Для удара по базам США Иран впервые использовал ракеты с разделяющейся боеголовкой, от которых в Ираке нет защиты. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.